Митрополит Брянский и Севский Александр совершил божественную литургию в храме часовни во имя всех святых воинов города Брянска. Владыка Александр вместе с ветеранами-афганцами молитвенно почтил память всех убиенных на поле брани воинов, выполнявших свой интернациональный долг в Республике Афганистан. Богослужение архиерейским чином в этом храме совершалось впервые, а накануне вспоминалась памятная дата – 36-я годовщина ввода советских войск в Афганистан. За 10 лет на чужой земле погибло 132 солдата и офицера из Брянской области. По окончании литургии была совершена панихида по вождям и воинам на поле брани убиенным. Все довольны этой службой, потому что служба была, вы знаете, такая душевная, открытая. И мы благодарны владыку за то, что сделали. И самое главное, мы поняли то, что все-таки храм, он не только что построили для того, чтобы был, как говорится, показатель, что есть храм у всех святых воинов, но он будет жить, служить, самого блага, память тех ребят, которых с нами нет. Обращаясь с архипастырским словом к молящимся, владыка Александр отметил значимость подвига русского воина, который во все времена приходил на помощь другим народам, и призвал чтить память всех тех, кто отдал свои жизни за других людей. Мы должны всегда чтить их память. И вы, братья, ветераны, афганцы и служившие в других горячих точках, не забывайте о том, что главное им нужна молитва, добрые дела, свой братский воинский союз крепите. Ветераны поблагодарили митрополита Александра за совместную молитву и на память подарили ему книгу о брянских воинах, сложивших свои головы в локальных конфликтах.